отдавать не стоит. Все-таки ПЛ плюс та же Медуза будут посильнее, чем ДП, Разор и Войд. Особенно при поддержке все это дело будет умнена. Это, соответственно, абсолютно нормальные, логичные банды. Этого еще ОД был забанен. Тинкер тоже в мид не пойдет уже. И банится пятым героем Дисраптор. Опять же, в связку к Войду. И саппорт пятой позиции нужен был. И пятый пик. Пятый пик у Ньюби. Есть еще время подумать. Ну, не знаю, кого здесь можно в мид брать. Даже гадать не хочу. Хотелось бы на инвокера посмотреть китайского. 100 лет уже не видел, если честно. Но я не говорю о том, что он хорошо здесь зайдет. Просто хочется увидеть. Минута. Минута еще есть. Укин. Ну хорошо, нет уже энштопоришена, нет возможности взять дисраптора Бэйна на спорту пятой позиции. Может быть какой-то просто дизейбл, либо ОЕ. Я бы посмотрел на Леона какого-нибудь. И в мид отправится SF, вау. В этой ситуации я его на самом деле не ждал. Но пусть будет, почему нет? Только что Кин с ним выиграли. Попытаются повторить то же самое Ньюби Миракл. Права на ошибку у них нет. И от СФа здесь будет зависеть очень много. Никаких абузов в самом начале с Клокверком. Стандартный СФ на равных придет воевать против Деспрофит. И на равных не скажу, что у него есть какое-то преимущество. Особенно в самом-самом начале, пока не будет заработано нужное количество душ. Когда не будет поднят необходимый уровень. Да и Найтсталкер, не забываем про него, СФ очень уязвим, и хорошие перемещения Найтсталкера могут позволять убивать этого СФа нон-стоп. Последний пик, нужен саппорт. Давайте Леона, пожалуйста. Даже не знаю, кого собираются брать, если честно. Ну, либо что-то с каким-никаким ОЕ-дэмэджем. Энштопоришен бы сам по себе неплохо зашел, но он уже занят. Дисраптор, естественно, тоже. Это Варлок вообще, вау. Про него я подзабыл, но мне нравится здесь Варлок. Это и ОЕ-дэмэдж, это и сейв в самом начале. Это и сумасшедший ультимейт. С дизейблом, хоть и небольшим. Мне очень нравится пик Кин снова. Если бы ставил, наверное, отдал бы предпочтение им, но, слава богу, я не ставлю сегодня на Китай. Все-таки команды не первого эшелона, и то, что они там друг друга бьют в Китае, это абсолютно нормальная практика. Вот был один матч между этими командами, Ньюби его выиграли со счетом 2-1, то есть говорить о том, что Кин там на голову сильнее, язык просто не поворачивается. Ну что, пожелаем удачи командам. Она им понадобится. Ну и смотрим карту под номером 2, возможно, решающую в этом противостоянии. Я напомню, что помимо этого матча на этом канале пройдет встреча между командами VGJ Thunder и Eclipse. И вот этот матч будет гораздо более любопытным для зрителей. Все-таки VGJ Thunder претендует на звание одной из сильнейших команд в Китае сейчас. Там и состав гораздо более именитый, да и Ратикей в качестве тренера тоже личность известная. Что же касается команды Eclipse, ну там тоже ребята есть именитые. Это и Shadow, это и Джун. Так что тот матч советую обязательно посмотреть. Он обещает быть гораздо более любопытным, чем этот. Небольшая пауза у нас. Надеюсь, что действительно небольшая. Поехали. Карта под номером 2. Смотрим на расстановку лайнов. Здесь
Джаст пойдет легкой на... В легкую, вернее, на Фантом Лансере. Джей Юан. Вернее, Ли Юан. Отправится на SF в мидл. Сложно будет сыграть, будет играть Аван на Омни Найте. Кэтфейсис на Сенкинге. Ну и Оригами на Энштепу Аришине. Здесь Дарк в сложной на Дарк Сире будет играть. В мидл отправится Дэс Профит. Ронг сыграет на Варлоке. Саппорте. Жи-жи-жи будет выступать на Разоре в легкой линии. Ну и Найт Сталкер саппорт четвертой позиции. Я так понимаю, те и другие видели, куда ставятся варды. Как-то мигали прямо четко на них. И показывают тиммейта. Он там поставил вард, иди ломай, дайте ему сентри. А сентри у Варлока нет. У Найт Сталкера сентри тоже нет. Ну, значит, вард какое-то время постоит. Снова без драк. Очень осторожно играют китайцы. Не хотят начальникам преимущество отдавать, поэтому не лезут на рожон. Играют более пассивно. Но вот сейчас только заходят. Может быть, не ожидают здесь увидеть. А я даже не знаю, кого. Лезут очень нагло вдвоем. Да, Войда сильно пробивают. Но Death Profit пока ничего не качает. Вот он, Сифон в... Значит, Апаришна. Можно было, наверное, чуть раньше его использовать. По итогу убить не сумели. Руну все-таки оставили Фантом Лансеру. Здесь же рун заберет Death Profit. Все нормально. А вот Разор сумел отжать сразу две. Omni Knight. С самого начала будет отводить крипов под свою вышку. Это стандартная практика сейчас для оффлейнеров. Все стараются это делать. То же самое делает параллельно Дарк. Варлок пока ближе к миду. Помогать собирается Death Profit. Похилит ее, если что. Хил, конечно, вкачан. Сенкинг там сам успел получить достаточное количество урона. И снова будет подкоп. А не нагло ли? Я, конечно, понимаю, что СФ товарищ серьезный, но он первого уровня, без кайлов. А Найт Сталкер продолжает гнать прямо под вышку Omni Knight'а, но тот своего добился, привел крипов. И получит сейчас экспириенс. Второй уровень у него будет, судя по всему. Сен Кинг очень битый, но вот занаглел и... Так, вот это что было? Видимо, промахнулся. И не ту кнопку нажал. Хотел выпить фласку, по итогу сделал телепорт. Обидно, наверное. Как-то у него не пошла игра. Здесь очень битый Сен Кинг. Все равно его вынуждают уйти на базу. И реген потратил, и телепорт потратил, что самое обидное. И сейчас столько времени он потратит на вот эту беготню на базу, потом обратно. Да уж. Не пошло как-то. Может быть, занервничали после первой карты, хотя кто их знает. 9-3 зато у СФ, а у Death Profit 6-1. СФ хорошо начал, необходимую атаку заработал, душ уже 12 есть. Варлок пока притягивается к Войду, у Войда есть еще 6 тангов, фласка, плюс Варлок подхиливает. Долго он сможет терпеть относительно, но снизу тем временем Найт Сталкер не хочет мне на это давать. Снова водить крипов, но тот снова добивается своего и под вышку их ведет. СФ приносит себе в очередной раз реген. Несколько танго. У Death Profit есть еще одна штучка. Но у Death Profit также есть 2-0 талисмана. И по атаке не сильно уступает она СФ. Забирает параллельно реген. Вард здесь, кстати, сбили по итогу. И оба варда команды стояли до вот этого момента, пока Сен Кинг его не сломал. Но он тоже знал, где этот вард находится. И получает второй уровень за счет этого. Ну, хотя бы так, а то... Начало-то совсем у Сен Кинга было ужасным. Здесь тем временем нападение. Можно попытаться ФБ оформить на Варлоке. Тот реген пока на себя не кидает почему-то. Может быть, сейчас? Да, есть реген, но там есть очередное копье. Это First Blood. Зарабатывает его Фантом Лансер. Там тем временем Войд справился таки с Энштопаришином. Секундой бы раньше. И он бы ФБ себе заработал, но не получилось. На миде тем временем Сен Кинг очень активно сыграл. Помог СФ у ESF. Таким образом тоже убийство зарабатывает. И начнет сейчас... А нет, ничего, он не начнет отрываться от Death Profit. Та уже летит, все нормально. Четвертая минута скоро. Найт Сталкер по-прежнему левел 2 имеет. Хотелось бы, конечно, третий хотя бы получить, чтобы Void был второго левела перед ночью. Урон значительно будет увеличен. Сен Кинг с телепортом. Ну, теперь знает, что другие предметы не прожать. Есть только ТП. Надеюсь, больше так не ошибется.
Павел уже четвертый левел имеет. Так понимаю, что это не взять себе аквилу, скорее всего. Да, есть аквила, стики. Все это, судя по всему, к нему летит. Ну а снизу Разор. Разор беспрепятственно абсолютно бьет крипов. Гоняет Омнинайда. У Войда лучше дела идут гораздо, чем у Омнинайда. Ну и Разор здесь эту линию проиграть не может. Ну вот до тех пор, пока, конечно, два саппорта сюда не выйдут и не убьют его. Они должны его убивать. Подкоп будет 100%. Атаки, конечно, колоссальное количество. Но как ты будешь атаковать, когда тебя копают, когда ты встанешь, когда тебя бьют три героя одновременно? Это есть фраг для Авана. Параллельно погибает СФ в миде. Найтсталкер, первая ночь реализована. Один в один размен в разных частях карты. СФ летит сразу же сюда и снова будет зарабатывать души. Найтсталкер, третий левел, и он в инвизе, что самое важное. Сифончики есть. А почему не дождался ТП? Неужто думает, что хватит? А хватит, конечно, через пару секунд будет очередной войд, да и он не понадобится, просто смели. Здесь СФ, но снова отличные перемещения от саппортов Ньюби. Они мстят за своего мидера. И Деспрофит также погибает. Преимущество за счет этого она, за счет этого килла она получить не сумеет. Пофармить не дадут за это время. И у нас 3-4. Довольно активная дота за 5 полных минут, 7 фрагов. Мне это нравится. Смотрю крипстаты. Здесь 3 топ-позиции занимают герои. Кин. Возможно, выход на Омнинайта будет. Найтсталкер рядом, Вижена. Нет, Омнинайт вынужден бежать. Разор далековато, конечно. Плазмофил только первого уровня. Но мне на это все-таки убивают. Ну вот вышел, сделал лишний шаг и поплатился за это. Четвертое убийство на топе. Там пока ничего не происходит. Разор свою линию, конечно, выиграл безоговорочно. Но это было предсказуемо. Мало того, что рунжевик, так еще и с такой способностью, как, кстати, клинк, невозможно там против него стоять милишником. Найтсталкер очень активен ночью. Половина ночи прошла, и он по-прежнему хочет... Жаждет крови. СФ 5 ДП уже, кстати, почти 7 уровень имеет. Вроде как на равных шли, но за счет пары смертей у СФ проблемы серьезные начались. Что Париж Инстинкинг рядом, Варлок тоже поблизости. Вообще в шестером располагаются сейчас герои разных команд в медиа. Флейнеры и Кэрри пока на своих линиях. У Войда абсолютно здорово дела идут. Тоже шестой уровень сейчас получат. Вот был бы этот шестой уровень у него сейчас, он бы убил Пэла точно через купол. Но там не было союзных крипов, которые бы вражеских добили. И Пэл вынужден немного отступить. Параллельно забегает в леса. Регена у него нет никакого. Я так понимаю, фласку себе уже несет. Да, есть фласка. И отхилится. А здесь в спину выход на Разора планируется. Я так понимаю, спалили его. Вернее, он спалил вот эту всю движуху. И отступают. ДП использует ультимейт. Попытки пока нет на нее напасть. Найтсталкер ночь заканчивается. Уходит из-под вышки. Снова как-то обоюдно пугали друг друга, но убить никого не удалось. А Разор тем временем в соло разбирается с Омнинайтом. Это тоже нежелательно. И уже 3000 перевеса откуда? Давайте нетворса включим. А понятно откуда. Там 3900 на 2200 в миде. 3500 на 2500 между кэрри. Ну и оффлейнеры тоже там разница в 1000. Вот вам и перевес. Там только у Сенкинга дела более-менее идут. Там еще, которого, кстати, только что убили. Да. Спрашивает, фраг зарабатывает. Ух ты. Тыш, я даже не знаю, как собираются Ньюби в мидгейме играть. Очень сложно им будет. Повторюсь, Разор и Деспрофит — это те герои, которые в мидгейме действительно раскрываются по полной программе. Может быть, они где-то и проседают в лейте, хотя это тоже момент спорный. А вот в мидгейме такой SF, такой Phantom Lancer пока не способны что-то им
противопоставить. Ну а Войд просто свое набирает, он спокойно может одеваться действительно в мейн керри. Сначала какой-то Владмерс, а потом все остальное. Может, и Владмерса не будет, посмотрим. Может быть, Худ какой-то соберет пайп. Подобные вещи. Снова передвижение в сторону Разора. В этот раз без смоков. Смоки есть у Сенкинга, если что. Найтсталкер тем временем на топе. Такая позиционка хорошая у Найтсталкера. С одной стороны, он может подсейвить Войда. С другой стороны, если ПЛ придет, можно и напасть через купол его убить. И если что, прилетит на нужную линию. Вниз, например. Или в мидл, если нужна будет помощь кому-то из тиммейтов. Кин классно исполняет. Очень классно исполняет. Сейчас на диспрофит нападение. Тосифон заюзала. Вот так под вышку пойдут за ней. Да нет, конечно, это самоубийство. А вот сейчас между Т1 и Т2, ну как ее цеплять? Мало того, что быстро передвигается под фейзами, так еще и Сэмкинг лишь 4 уровня. Броустрайк 2. Рейндж довольно маленький, но здесь сумасшедший купол по двоим, под вышкой. Ну, вышка, конечно, не достает, но этого хватает, чтобы убить СФ, а можно также продолжать погоню за Сэмкингом. Он тоже вряд ли отсюда уйдет, Найтсталкер рядом, это минус 2. А дальше Эйнштопоришна, почему бы и нет? Нечем сбить, и баш срабатывает с первого удара, как же им везет. Кин, молодцы. Снова минус 3, снова фраги. Может быть, ответят хотя бы убийством Разора. Но Сенкинг, опять же, вот этот Сенкинг 4 уровня, который не достает, и только после копья можно было что-то придумать. Здесь Войд уже сам готов нападать на Сенкинга. Не достает тоже, купола нет. Я мог прыгнуть еще раз, но прыгает в обратную сторону, отступает. Все нормально. И все это время без Варлока происходили движухи, не забываем. Про то, что он тоже на карте есть. И пока вообще 4 в 5 команда справляется. А появится Варлок. И получит он нужный опыт. И будет у него левел 6. И что делать в масс-файтах тогда в мидгейме? Это тоже большой вопрос. Преимущество продолжает расти. Вот уже 4000 плюс вышку заберут сейчас King Gaming. Они на второй карте даже увереннее смотрятся, чем на первой. Ну вот на порядок. Могу только хвалить эту команду. В то же время Ньюби после первой тоже довольно странно к драфту подошли. Ну ладно, взяли метового Умнинайт. Тут вопросов нет, а дальше почему-то такие два саппорта. Хорошая связка, безусловно. Но кэрри к ним как-то не подходят. Мне кажется, вот этот Войд все карты сломал просто Ньюби. Я уверен, что они хотели брать его сами. Но их обломали очень четко в этом отношении. 10-й левел уже у Death Profit, но за USF он так далеко, неужели нет? Просто вышку заберут, ночь началась, но это ночь своя Найтсталкера, и основная начнется через 10 секунд. И снова вот эту 4-минутку против Найтсталкера очень тяжело будет проводить, а Варлок, которому никто не мешает, спокойно стоит снизу. Тут огромная пачка крипов, после убийства которой он получит 6-й уровень и начнет помогать команде. У Войда появился... Купол только что откатился. Видели, где Сэмкинг. Сэмкинг 5-й наконец-то получил. Но его находят, и он пытается подкопаться. Не должны, конечно, отпускать. Минус Сэмкинг, очередной фраг. Жи-жи-жи его забирает. И будут бить Т2. У Разора фейзы. Плюс есть барабаны. Очень плотный рейзер. Там еще и Худ к нему летит полноценный. Физикой пробивать тяжело, физики пока просто нет, магии тем более при наличии Худа. Разор вообще выглядит каким-то неуязвимым, и только Варлок получил 6 уровень, сразу же присоединяется к команде. Будет ли попытка какая-то цепануть Войда? Да нет, хоть и вчетвером находятся Ньюби на топе, но даже в большинстве они не могут что-то противопоставить. Ладно, хоть вышку за Денаэля. Здесь временем два героя используют смог, просто чтобы добежать до тиммейтов побыстрее. Возможно, сейчас будет драка за вот эту вышку, потому что Кин пойдут ее бить, а Ньюби необходимо что-то придумывать. Понятное дело, Фантом Лансер в драках пока не участвует. Он там активно сплитпушит, пытается диффуза хотя бы нафармить. Но на это тоже нужно какое-то количество времени. И прям в спину заходят. Войд может прыгать, ставить купол, пока без купола. И купол хороший по двоим, однако Разор под него попадается.
От вышки пару ударов получил, СФ, скорее всего, погибнет. Дальше можно убивать еще и Omni-Knight. Omni-Knight минус, СФ уходит наоборот. Ну тогда и Сен-Кинга, какая разница? Это будут минус 2 плюс вышка. Ну прям колоссальное преимущество Кин. Они вообще по всем статьям переигрывают соперника. Снизу тем временем ДП еще и в соло убивает Пэлла. Ну это прям совсем катастрофа. Десятка преимущества. И мы продолжаем смотреть за разгромом. На второй карте. Не знаю. Я прямо очень хочу, чтобы Ньюби как-то опомнились, что ли. Десять тысяч преимущества. Давайте артефакты посмотрим. Там уже две пачки барабанов. Юл есть. Малыштром у Войда. У Разора, я так понимаю, деньги там еще есть. Да, купил он себе форстав для начала. СФ бедный. Сен-Кинг, понятное дело, без даггера. ПЛ бедный. Отсутствует два кэри. Как таковые сейчас. В очередной раз погибает герой команды Ньюби. Ньюби Миракл, конечно. Естественно, их просто Ньюби называют для удобства. Это не основной состав, то есть не пугайтесь. То, что они сейчас проигрывают, это в принципе не так страшно. И не так уж непредсказуемо. Мало ли. Кто-то подумает, что это Ньюби основные, но нет. И сейчас Ньюби Миракл близки к тому, чтобы покинуть эти квалификации. А Кин невероятно близки к победе. Сен-Кинг в очередной раз погибнет. Жаль его даже. Сколько смертей-то уже у бедняги? 1-5. Еще ПЛа найдут. Как он собирается уходить с доппельгангером? Да никак. Вот параллельно хочет убить Варлока, чтобы хоть как-то компенсировать свою смерть, но и это не получается сделать. Продолжает наращивать преимущество Кин. Я уже просто, наверное, как и вы, досматриваю эту серию. Должно какое-то чудо произойти, чтобы Ньюби отыграли 12 тысяч, которые летят на 17-й минуте. Просто сейчас будет еще одна вышка спушена. Ну, может быть, потеряют на топе. Хотя не факт, можно прилететь туда. А потом можно и Т2 снизу забрать. Можно просто две вышки на одну разменять. И пойти на хайграунд. Либо на Рошана. Там уж что выберут. Все лишь от них зависит. Ну и пока это просто Т1 снизу. Абсолютно ничего не делают, кроме фарма Ньюби. Они не могут драться, они вынуждены ждать захода на хайграунд от соперника. Здесь Войд в инвизе стоит. Ломаются варды. Теперь еще и выход с базы прекрасно видят Кин. Соперника лишь один в центре. Вообще, я так смотрю, здесь исключительно защитные варды, которые постоянно сбиваются. Здесь только сентри стоят. Кинжи видят практически все. ДП улетает наверх. Не стали пока заходить на ХГ. Возможно, сначала решили убить Рошана, забрать Аеги, чтобы было немного проще. Они и так могут, но нужно играть наверняка, и мы прекрасно должны понимать. Войд, что Блэйд себе несет? Несет, конечно, куда же без него. Omni-Knight Dagger собирается покупать, любопытно.
Это, наверное, чтобы его быстро первым не зафокусили, когда у команды будут плохие дела. Он издалека так прыгает, га, прожимает. И дарит надежду на пару секунд. Это должно быть как в Голливуде, чтобы все воплотилось в жизнь. Но намеков на голливудский сценарий пока на этой карте нет. Рошан погибает. Посмотрим, кому Аегис достанется. Тут кому угодно можно отдавать. Разор, ДП. Разор отдают, ДП поживет и так. Ультимейт был потрачен. Нужно... Да нет, не успеют с ним зайти. Будут заходить так, своими силами. У Разора Урикен Пайк, судя по всему, летит. Да, так и есть. И Кин подбирается к ХГ. Ньюби же просто за этим спокойно и тихо наблюдают. Тут еще и Сеф почему-то подставился. И сверху купол по двум героям. Еще и голем. По трем даже героям. Но тут катастрофа полнейшая. Тут минус еще два. И это 0 в 4. Без боя абсолютно. Но тут сдаваться, я думаю, можно уже потихоньку. Что там по байбекам? Ну, есть Омни Найт. Окей. Поздравляем команду King Gaming. Они абсолютно заслужили победу в этой серии. На первой они были просто сильнее, на второй безоговорочно сильнее. И Ньюби Миракл покидают эти квалификации, а King Gaming проходят в следующий этап, где будут ждать своего соперника. А соперником будет победитель пары Invictus Gaming против LGD. Но я вас прошу никуда не переключаться. Для вас работает Морталис. Мы вернемся